Всем привет! Подведем небольшие итоги по сборке предварительной, то есть модели собраны, единственное, еще пока некоторые эффекты не сделаны. Ну да ладно, по итогам сборки именно на диораму, где будет тигр форсировать реку, будет мост, машина связи. Много фигур. Итак, по тигру, поэтому от Дрэгон. Что могу сказать? Собиралось все изумительно. Модель сама отличная. Не обращайте внимания на глянец, это здесь будет делаться эффект. Тут будет вода стекать, то есть он будет где-то вот погружен, так, наверное, в реку. То есть он будет из нее выезжать. Вот, собиралась отлично. Красилась немного хуже, потому что красилась кистью. Пигментов единственное еще нет здесь. Только так, небольшие эффекты. С потертости, потеки. Ну, с техникой я работал, в принципе, немного. Получается, это мой второй танк в жизни. Поэтому уж получился, как получился, ничего не могу сказать. Никак не могу оправдаться, если где-то я тут накосячил очень сильно. Но модель очень приятная в сборке. Единственное, вот трос я еще не установил с этой стороны. Травленый трос. Точнее, не травленый, витой трос металлический есть. Пока думаю, устанавливать его или нет. Вот такая вот моделька. Обзор есть на канале, кому интересно, можете посмотреть. Но модель на данный момент в той комплектации, которая была у меня, не выпускается. Поэтому сейчас в комплектации нет металлического ствола. Крыльев травленых, по-моему, нет. Ну и так по мелочи там. Но все равно, вот модель сама по себе, вот стыковка, все, мне понравилось. Это вот по танку. Также собрал мотоцикл BMW буквально вот недавно. Такой вот мотоцикл. Ну, что могу сказать по мотоциклу? Собирался он отлично. Мне очень понравилась модель. Единственное, вот видите, сумочка еще не расписана. Просто повешена. А здесь будет противогаз еще установлен. Вот сама по себе модель приятная. Я тут собирал М72 от Звезды. Вот М72 в сборке был проще. Вот если вы новичок в моделизме, да, я вам вот этот мотоцикл не могу посоветовать, потому что, нет, стыкуется он хорошо, но здесь столько мелких деталей, то есть это просто безумие какое-то. А так стыковка, членение внятное, очень приятная модель. Здесь будет летний вариант, именно Италия 44-го года. Фигура будет мотоциклиста, фигура пассажира. Они будут ехать по деревянному мосту, который я буду делать на канале. Тоже буду делать, скорее всего, из деревянных палочек березовых, которые в Ашане купил. Заодно покажу, как что. Вот такой вот мотоцикл. В принципе... Вот по мотоциклу вообще ничего плохого не могу сказать. Очень приятная модель, мне понравилась. Вот это вот мне очень понравилось. То есть то, что присутствует в комплекте. Вот такие вот скаточки, котелочки. Классно. И также есть автомобиль связи. То есть вот автомобиль, да, как я узнал позже, конечно, оказывается, что данная модель, данный автомобиль, обзор есть на канале, что членение автомобиля выполнено в соответствии практически с реальным прототипом, с реальным членением модели, потому что, как мне сказал руководитель Мастербокс, что у них была возможность посмотреть на эти автомобили,
вплотную, то есть они находились на реконструкции, и вот это вот членение, оно выполнено в соответствии с реальным прототипом. Ну, понятно, что сделано это так, как позволял пластик тот же самый. И вот данный автомобиль по стыковке, мне очень понравилось по стыковке, потому как он внутри изготовлен, то есть вся весь двигатель. Единственное, вот здесь вот антенну надо ставить и радиостанции расписывать. Вот данный автомобиль будет присутствовать, тоже стоять. Он шел в комплекте с фигурами. Фигуры отличнейшие. Я посмотрел, единственное, вот мне показалось, что фигура водителя такая худощавая уж очень. Ну, в принципе, Германия никогда не отличалась в военные годы богатырями. Поэтому думаю, что это все мелочи. Вот, то есть там будет вот этот автомобиль на диорамке. Данный мотоцикл присутствовать с фигурами. Вот этот танк, Тигр. Это у нас будет Италия 44 года. Там же будут присутствовать фигуры с коровой. Так что, думаю, диорамка получится очень интересная, такая атмосферная, сюжетная. То есть вот по этим трем моделям, да, которые я собирал, я вообще ничего плохого пока сказать не могу. Модели приятные, работать с ними одно удовольствие, всем советую. Кому видео показалось полезным, подписывайтесь на новые видео, ставьте палец вверх, всем пока.